27 лет, есть два сына. 20 лет я была замужем, из них последние 10 была очень... Слово не могу понять. 4 года назад пришлось развестись. У мужа новая семья, и только тогда я встретилась с вашими лекциями. Пришло понимание, как много ошибок совершено. Вопрос: чем заниматься в оставшееся время жизни? Рациональное мышление подсказывает, мои создать новую семью. Моя возможность создать новую семью минимальна. Страшно связываться с недостатками, которые уже хорошо видны даже в моих сверстниках. Дети скоро вырастут, а я и не будут нуждаться в моих заботах. Я полностью в профессию не хочется. Хороший вопрос. Иногда женщине не хочется уже выходить замуж, потому что она чувствует, что ей будет тяжело в семейной жизни. И не требуется, то есть согласно священным писаниям ведическим, женщина, если имеет детей, она уже не обязательно должна пытаться выйти замуж, хотя женщине лучше жить в семье. Однако следует знать, что есть два типа семьи. Одна семья – это я, муж и дети, а второй тип семьи – это духовная семья. Если человек начинает заниматься духовной практикой в какой-то духовной традиции, то он должен очень близко общаться с верующими людьми. Это близкое общение приводит к тому, что человек попадает в окружение, духовное окружение, в котором он испытывает очень большое счастье. И женщина в таком окружении, она чувствует семью, то есть там семейные отношения тоже, очень близкие отношения между людьми развиваются. Есть три типа людей. Люди в невежестве, это общность людей в невежестве, это люди, которые группируются вокруг пьянства, наркотиков, бандитизма. У них тоже близкие отношения, часто бывают, но они вокруг бутылки. Эти близкие отношения, они в пьяном угаре формируются, то есть там нет глубины. Дальше, люди в страсти, следующая общность людей – это люди в страсти. Эти люди, они в основном объединяются в деятельности. Такие люди не имеют других причин близких отношений, кроме как… Ну, то есть у них есть три типа дружбы. То есть первая дружба производственная, вторая дружба, связанная с отдыхом, куда-то вместе ездим, отдыхаем, и третья родственная дружба. То есть люди в страсти, они с большим трудом способны реально погружаться в близкие отношения, не с родственниками, с какими-то чужими людьми. Чаще всего они вместе отдыхают, наслаждаются жизнью. Люди в благости создают близкие отношения с помощью бесед о смысле жизни, самосовершенствования. Они пытаются помогать друг другу в жизни, и у них отношения складываются очень глубоко. Благостные люди всегда верующие люди, или те, которые стремятся к вере. Есть, допустим, объединение на почве здорового образа жизни. Это такие предварительные этапы развития личности. Допустим, есть какие-то течения духовные, которые не имеют какую-то классическую духовную традицию, а просто люди чем-то интересуются. Есть целители всякие и так далее. Они тоже более близкие отношения друг с другом имеют, так как они не изучали серьезно, что такое духовная жизнь. У них нет классического образования на эту тему, поэтому часто такие объединения имеют незрелый и очень такой примитивный характер. Есть какие-то разные течения, новые течения, которые стремятся к чистой жизни на природе и так далее. Чаще всего они поселяются вместе, а потом через некоторое время начинают ругаться и чувствуют большие трудности в отношениях.
Рекомендую всем не проходить эти этапы, а сразу искать себе какую-то классическую духовную традицию, что психически довольно трудно признать себе, что это важно в жизни, потому что верующие люди, они ведут себя несколько странно для страстных людей, они носят какие-то спецодежды и так далее. И обычно это очень так пугает. Но именно классические традиции духовные, они дают людям возможность очень глубокие отношения строить. И вот этот вопрос женщине, надо ли выходить замуж. Женщина должна жить в близких отношениях. Или надо выходить замуж, искать себе мужа и мучиться дальше. Потому что семейная жизнь означает мучения, трудности, страдания для всех людей, без исключения. Вот. Или, допустим, искать духовного общения и такие же близкие отношения строить в общности духовно развитых людей. Ну, то есть создавать духовную семью. Вот два варианта для женщины есть, больше нет вариантов. Одно другому, в принципе, не мешает. У меня в медицинском центре и вокруг него работает порядка 50 человек. Все они занимаются духовной практикой в моей духовной традиции. И все эти люди испытывают огромное счастье в отношениях друг с другом. У нас большая семья. И, допустим, недавно один мой близкий человек достаточно решил создать семью. Мы подобрали ему достойную девушку, изучали ее характер, составили гороскоп, посмотрели, они совместимы или нет. Потом он получил благословение у своего наставника, знакомиться с ней. Они познакомились, начали общаться. Это общение не предусматривает ни поцелуев, там, ни обнимания, просто беседы. А потом дальше они уже в таких отношениях постепенно приняли решение создавать семью. Такие семьи, которые создаются не на основе эмоций, а на основе знания, они потом имеют очень сильный, крепкий и стабильный характер. Потому что люди имеют одну веру, одни интересы в жизни. Они не могут сами без руководства старших принимать решение расходиться. То есть, если у них конфликт, они должны решать со старшими этот вопрос. И так далее. То есть, такая семья, в которой духовно люди духовно вместе живут, развиваются, она имеет очень крепкую природу, и в таких семьях разводов практически не бывает, в больших семьях духовно. Но это редкость большая в наше время, так жить, то есть мало примеров. Но, тем не менее, такие примеры есть, и надо к этому стремиться. Конечно, сразу вы не сможете попасть в такое окружение. Вам надо сначала какой-то большой путь пройти в своем развитии. Мы отвечаем на вопросы, так как у нас есть еще время. Что делать и кто виноват? Заикание. То есть заикание мы уже решили, что это вопрос, связанный с здоровьем, и решается на бесплатных консультациях у меня на сайте tarasunov.ru. Как сохранить семью, когда у обеих супругов пропало физическое влечение друг к другу? Сексуальных отношений нет вообще, есть общие дети и уважение друг к другу. Это обычное дело. Я вам сейчас объясню. Смотрите, то есть половое чувство, оно основано на положительной карме. Когда люди просто занимаются сексом ради удовольствия, это положительная карма их отношений, то есть магнетизм вот этот, он постепенно тает у всех людей. То есть нет такого, чтобы этот магнетизм сохранился на всю жизнь. То есть постепенно этот магнетизм тает, потому что тает возможность быть счастливыми друг с другом. Эта возможность основана на прошлой карме, на прошлом благочестии. То есть счастье человек получает только от хороших поступков. Он не может вечно жить счастливым. Ему для этого надо дополнительные хорошие поступки совершать. Когда люди занимаются сексом, они расходуют свою хорошую карму. В отношениях испытывают счастье, но постепенно привязанность друг к другу тает у всех людей. И часто бывает так, в среднем, после 8, 9, 10 лет совместной жизни, секс становится у них просто обязанностью. И
просто накапливается вот эта энергия половая, ее куда-то надо девать, и они просто это делают механически уже. Нет каких-то сильных чувств. Причина заключается в том, что чаще всего в семейной жизни люди используют друг друга. Причем неосознанно абсолютно. Они не понимают, что их желание быть счастливым – это просто желание эксплуатировать близкого человека. Ничего общего это с любовью не имеет вообще. Любовь заканчивается, потому что она не культивируется. Для того, чтобы она культивировалась, нужно знать, что делать. Потому что естественным образом у человека не получается получить человеческое счастье. Потому что естественным образом мы ведем себя как животные. То есть животные норки роют, и мы стремимся заработать на квартиру. Животные стремятся найти себе пропитание, и мы стремимся заработать на пропитание. Животные хотят сексом заниматься, мы хотим заниматься сексом. Это животный уровень жизни. Он естественным образом существует в жизни человека, потому что в этом тоже есть потребность. Ну а если говорить о счастье, то счастье, оно не имеет материальную природу само по себе. Можно испытывать материальное счастье, это факт, но это всегда результат духовного счастья. И сначала в семейной жизни духовное счастье это дается как подарок людям. Люди испытывают счастье друг с другом, именно духовное. Духовное означает, они верят друг в друга, чувствуют хорошие черты характера друг друга, чувствуют, что мы совместимы, у нас есть гармония. Это все признак духовной энергии, души объединены друг с другом. Но если люди не занимаются духовными отношениями в семье, то есть они не служат друг другу, не прощают, не просят прощения, мы об этом сейчас будем говорить, что такое духовные отношения в семье, то в результате постепенно тает совместное счастье. И так как счастье бывает на разных психических центрах, нижний центр тоже должен быть задействован в счастье, также на нем постепенно тает счастье. И люди, занимаясь сексом, не чувствуют влечения друг к другу. Часто они думают, что это так и было всегда, просто мы друг друга обманывали, но на самом деле у нас нет друг к другу никакого влечения. На самом деле это тоже глупость так думать. Причина, почему нет счастья, почему нет влечения, заключается в том, что нет отношений. Как у меня есть сестра и двоюродная сестра, они ровесники. И они в возрасте 7 лет сидели возле телевизора и смотрели мультфильм про курочку. И курочку потом зажарили в этом мультфильме. И двоюродная сестра заплакала, и моя сестра говорит: «Ты чего плачешь?» А та говорит: «Я очень люблю курочек, и мне жалко курочку». А та, моя сестра, говорит: «Я тоже люблю курочек жареных». Понимаете, эта любовь имеет разную природу. Одно дело эксплуатировать тело курочки и ее есть. Это эксплуатация называется тела. То есть мы любим, это же тоже любовь. Мне нравится курочка, я люблю кушать. Это один вид любви. А второй вид любви – это сделать так, чтобы курочке хорошо было. И вот в этом есть колоссальная грань. Понимаете, сам по себе секс – это эксплуатация тела близкого человека, и все. В этом нет любви никакой. Это просто попытка это тело использовать для себя. И если эту попытку разжигать в своей психике, то это неизбежно приводит к половым извращениям. Неизбежно. Так как эксплуатируется в основном тело женщины, поэтому, соответственно, чаще всего женщина в сексе начинает испытывать тяжелые чувства, потому что мужчина пытается больше извлечь из нее. Это уже означает нажим психический. Это может быть уже грубый какой-то секс или извращенный секс. Это постепенно развивается. Идея в семейной жизни у людей часто. Причина – это неправильное отношение друг к другу. Люди не понимают, что такое любовь часто. Они думают, что любовь – это побольше выжать друг из друга. И, соответственно, выжимая друг из друга, теряется гармония, теряется чувство счастья близких отношений. С другой стороны, наоборот, когда люди начинают служить друг другу, то сначала возрождается отношение в сердце, то есть люди чувствуют радость друг с другом, у них пропадает вопрос. У нас нет близости, вот этот вопрос очень сильно волнует.
Меня, например, этот вопрос вообще не волнует абсолютно. Не то, что я там импотент. Меня не волнует, потому что я испытываю огромное счастье в отношениях с своей женой. Отношения с женой не означают ее мять, там, что-то с ней делать. Это тоже хорошо, но отношения означают сердечное отношение. Понимаете, это сердечное отношение прежде всего. Когда есть сердечное отношение между людьми, тогда в этом случае остальные отношения естественным образом возрождаются, даже если их не было. Допустим, у людей нет влечения друг к другу. Но если они начинают чувствовать сердце друг к другу, если тебе кажется, у меня такой удивительный человек, то, естественно, и остальные отношения с удивительным человеком становятся удивительными. Это естественно, понимаете? Точно так же, как естественно, когда люди эксплуатируют друг друга в отношениях, постепенно отношения тают, они становятся неинтересными, и люди просто живут друг с другом, потому что они и до этого просто друг с другом жили. Вот часто люди даже не могут поговорить друг с другом по душам. Они говорят о детях, о работе, о сексе, обо всем чем угодно, кроме том, что ты чувствуешь в сердце. Потому что эта тема вызывает боль. Люди сразу начинают ругаться, говорят, ах, ты вот это чувствуешь, гад. Например, если близкий человек скажет, я не чувствую вот полового влечения к тебе, это будет подчёрчено конкретно. Ах, ты не чувствуешь? А кому тогда ты чувствуешь? Видите, мы не можем ничего принять от близкого человека. Мы хотим наслаждаться только близким человеком. Нам наплевать, что он чувствует вообще. Так устроен человек. Это касается всех нас. Не то, что конкретно кого-то, а всех до одного. Поэтому нет близкой беседы. Потому что, допустим, если близкий человек говорит, я не чувствую к тебе полового влечения, это не означает предательство. Это означает, что что-то неправильное происходит в семейной жизни. Мы должны в этом разобраться, поговорить об этом. И надо сострадать ему в том, что он не чувствует этого полового влечения, а не обвинять. Но такой уровень отношений не дешевый. Если вы сейчас своим близкому человеку откроете сердце и скажете что-то такое серьезное, то это может закончиться разводом. Это нельзя делать сейчас, в обычной ситуации, ни в коем случае. Искусственно нельзя сближать отношения. Это сближение начинается с того поведения, которого мы описывали в конце лекции вчера. Мы уже начали рассказывать о любви, вчера говорить о любви. И сегодня будет тема лекции «Победа над семейными трудностями». Но прежде чем говорить о победе, нужно начать говорить о любви. Я уже от записок перехожу постепенно к лекции к самой. И чтобы вас не отвлекать, я перед лекцией сделаю вам объявление. Вот такой сайт www.blagost.by. By означает Беларусь, да? Я так понимаю. Вот, это... Да, ага. Это сайт клуба «Благость» в Беларуси. Что такое клуб «Благость»? Очень много просьб ко мне было сделать что-то такое, чтобы люди, которые слушают мои лекции, как во время моего отсутствия, могли обсуждать эти лекции, собираясь друг с другом, дружить, обсуждать, знакомиться и создавать также хорошие семьи благостные и просто друзей иметь. И много людей откликнулось на мою идею создать клубы «Благость». И этих клубов сейчас во всем мире порядка 100 с лишним клубов, может даже больше. Вот, они быстро новые появляются. И в Беларуси, насколько я знаю, в Минске сколько? 2 клуба? Благость. 2 клуба, да. И вот здесь находится информация. www.blagost.by. Значит, и вот здесь вот телефоны. Давайте запишем. Вот, кстати, в Минске 6 телефонов. В Могилеве 3 телефона. В Гомеле 1, в Бобруйске 1 телефон. Продиктовать? Ну, давайте записывать. Давайте я просто по одному телефону из каждого города продиктую. Город Минск. Записывайте, ручки берите, записывайте. +3 75 29. Еще раз повторяю. +3 75 29 297 96.
279-96, 272-96-20, 37-52, 92-79-96-20. Александр. Александр, это клуб «Благость» в Минске. Дальше, город Могилев, +3-75-29. Это, наверное, просто код. Дальше, 654-65. Евгений, город Могилев. Город Гомель, +3-75-44. +3-75-44-560-04-13. Елена. Город Бобруйск. +3-75-33. +3-75-33. 692-51. 692-51. 32. Ольга. В этих клубах люди собираются раз в неделю, где-то по вечерам. Я хочу попросить, чтобы еще про лотерею напомнили. Лотерея будет, да, у нас в конце лекции будет лотерея. Те, кто анкеты свои сдает в ящичек, я вытягиваю одну, тот получает книжку с подписью. Вот, уже не будет пока ответов на вопросы. Вот эти в этих клубах «Благость» происходят беседы, вот эти встречи, люди обмениваются информацией, получают эмоциональную защиту, спрашивают, задают вопросы, получают ответы и так далее. То есть собирается где-то по 10-15 человек, и они общаются друг с другом, дружат. Кто из вас хочет в такой клуб попасть? Поднимите. Ну, приходите. Все, эту тему мы разобрали с клубами «Благость». Значит, продолжаем лекцию. Я вчера говорил о потребностях женщины в любви. Потребности женщины в любви мы перечислили. Это желание защиты, комфорта, желание нежности, заботы, желание мягкой речи у мужа, желание украшений, там, красоты и так далее. Интересно знать, что если женщина требует вот этого всего от мужа, она разрушает семью. Например, женщина говорит, требует, ты должен нежнее со мной разговаривать. Она разрушает семью. С другой стороны, если мужчина, зная о том, как надо вести себя с женщиной, начинает это делать по доброй воле, то в результате женщина становится счастливой. Видите, замкнутый круг. Как женщине донести мужу, что вот так надо? Есть способ. Для этого нужно делать то, что надо мужу. И когда он становится в сердце благодарным и просит, что я для тебя могу сделать, можно сказать очень мягко и нежно, что я бы хотела вот этого. Но не надо ждать, что это сразу получится. Но это постепенно может прийти в жизнь. Потому что запомните такую формулу. То, что нам приятно, это для близкого человека всегда аскеза. Всегда аскеза. Женщине приятно, чтобы муж покупал украшения. Для мужчины тратить деньги на безделушки – это сверхаскеза. Вот. Женщина хочет, чтобы мужчина нежно разговаривал. Но мужчина, у него вообще нет нежного голоса, у него грубый голос. Ну, то есть ему трудно нежно разговаривать, для этого он должен себя заставить это делать. Женщина хочет, чтобы он нежно относился, но у него нет нежности. Он грубый по природе. Итак, формула такая. То, чего женщина хочет от мужчины, это ее собственная энергия.
которая действует внутри мужчины. Вот женщина хочет нежности от мужчины, он грубый. Она хочет заботы, ласки. Он не заботливый, не ласковый по природе мужчина. Она хочет от него, чтобы он покупал украшения. Но у него нет склонности само по себе тратить деньги попусту мужчины. Все, что она хочет от него, не является его природой мужчины. Это является его служением женщине. Фактически отражение ее же энергии. То есть то, что женщина хочет от мужчины, она получает от него естественным образом, если она в него вкладывает то же самое. Если женщина очень нежно ведет себя с мужчиной, если она ласкова, заботлива, если она как бы делает все вот это то, что ему нужно, то она получает назад что? То есть она его наполняет женской энергией своей, и он начинает вести с ней себя, с женщиной, согласно этой энергии. Сколько женщина вложила в мужа, столько получила назад. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы он был нежным, будьте нежным с ним. Если вы хотите, чтобы он был ласковым, будьте ласковы. Но если вы начинаете требовать этого, то вы уменьшаете количество этой энергии. Я могу вам привести классический, очень простой пример. Вот я сейчас могу легко уменьшить вашу возможность меня слушать. Знаете, как это сделается? Очень просто. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно лекцию. Повнимательнее, еще внимательнее, давайте. Все, у вас пропадает интерес вообще слушать полностью. У вас уши блокируются от этих слов. Я извиняюсь, что я на вас нажал, это был эксперимент. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, то есть, такое поведение, оно не увеличивает энергию любви, оно разрушает отношения. Но это поведение возникает от боли. Женщина, видя грубость мужа, она испытывает боль, поэтому она требует поведения к себе хорошего, правильного. И когда в результате боли она потребовала такого поведения, то надо знать, что ничего страшного. Надо потом извиниться и сказать: я тут лишнего чего-то захотела, прости меня, пожалуйста. Это было просто мне больно, мне было тяжело, я так сказала. Но вообще, как бы, я всем довольна. Сразу возникает немой вопрос: ну я же недовольна. А вот это уже другая тема. Если человек недоволен в семейной жизни, это значит, что он недостаточно занимается духовной практикой. Потому что человек не должен зависеть от другого человека в своем счастье. Мы все очень ограничены в возможности давать счастье. Вот смотрите. Если две лампочки будут обмениваться с электрической энергией друг с другом, что произойдет? А? Они погаснут просто, погаснут. Ну, то есть, одна лампочка отдала свет другой, ей стало меньше, та той отдала, и постепенно света меньше, 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 и они бац, нет света. Так? Нужно брать энергию от электростанции, и тогда все лампочки будут гореть. Этот принцип также существует и в нашей жизни. Если человек хочет быть счастливым, он должен счастье брать от внутренней жизни, он должен садиться перед изображением святого человека или священным писанием, или он должен садиться перед святыней какой-то, изображением и так далее. И начинать молитву, или «я желаю всем счастья», повторять вот эти вот настрои. Кланяться священному объекту. И постепенно он начнет чувствовать, что появляется внутри, в сердце благодать. Причем то же самое происходит, даже когда мы об этом говорим. Вот мы просто на эту тему говорим, лекцию я читаю, у вас постепенно в сердце наступает благодать. Вы после лекции приходите и хотите близкого человека обнять, что-то ему хорошее сказать после лекции. Но на следующий день опять все возвращается назад. Почему? Потому что наша возможность быть счастливыми ограничена, ее надо пополнять каждый день, она каждый день тает. Но люди, которые живут в страсти и в невежестве, они хотят пополнять свое счастье за счет близкого человека, но у близкого человека даже на себя не хватает, не то что на другого, и поэтому это вызывает невроз. То есть женщина пробует от мужчины счастье взять, ему самому мало. И он нервничает, потому что это же аскеза — отдать энергию счастья, тем более после работы, когда устал.
А женщине надо от него, и она требует от него счастья. И он нервничает от этого. Так начинается скандал. Скандал означает, что люди в отчаянии находятся. Они не могут удовлетворить потребность счастья друг друга и начинают ругаться. Вопреки ожиданиям, что они хотели вроде бы счастливы быть друг с другом, но они начинают ругаться. Потому что мы ограниченные существа, у нас нет, у нас не вырабатывается само собой счастье внутри. Его можно вырабатывать только подключившись к источнику счастья. И так всегда люди в древней культуре действовали. Посмотрите, перед едой молитва, с утра молитва, после еды молитва. Допустим, обряд, любой обряд, бракосочетание сопровождался молитвами и присутствие священников проводился и так далее. Сейчас любой праздник, любой обряд сопровождается бутылкой. То есть мы поклоняемся только одному объекту, это бутылка. Раньше во время еды посреди стола стояла икона, сейчас бутылка. Раньше посреди, в самом главном месте в квартире стоял иконостас, а сейчас телевизор. Раньше люди собирались вместе для того, чтобы петь и водить хороводы, а сейчас люди собираются вместе, чтобы поговорить о политике и поругаться на соседние государства или на свое. Видите разницу, да? То есть, когда люди поют, танцуют, они радуют Господа в своем сердце. То есть, они приносят себе радость и другим. Это духовная деятельность. Потому что в духовном мире, в котором мы должны рано или поздно оказаться все, там нет простого движения, кроме танца, там никак не двигаются. И там нет речи, там есть только песни. Там все поют. На распев. Даже вот мультфильмы делают, иногда очень правильно подмечают. Там люди ходят, как танцуют и говорят на распев. Это уже ближе к духовному миру. И нравится такие мультфильмы смотреть. Ну, сейчас обычно делают по-другому. Ужастиков всяких показывают. Это уже с низших планет энергии. Вот эти все чудовища всякие, это с низших планет. Оттуда информация идет. А когда, допустим, «Незнайка на Луне» мультфильм вот такой, знаете, там все красиво, все такие хорошие, это уже с высших планет. Понимаете? Когда человек молится, просто молитву совершается, у него в сердце вот эта вот благодать наступает, и для него все становятся хорошими. И он со всеми людьми начинает вести себя хорошо, правильно, всем прощает естественным образом. Вот, допустим, некоторые люди думают, что простить означает, ну как во время запора, напыжиться и получится. Ну как вот запор решать, запор, как вопрос с запором решать? Надо сесть и так... И раз, и получилось. Но опытные люди знают, что запор, во время запора не надо тужиться. Надо просто другое действие совершить. Надо расслабить кишечник, ну, дать в нему энергию. То есть это можно с помощью трав сделать, или просто успокоиться, или принять душ там. У каждого свой метод. Но результат такой, что все потом само собой выходит. Понимаете, о чем я говорю? Точно так же в жизни человек должен понять, если он неудовлетворен, ему плохо, то этот вопрос не решается с помощью близкого человека. Никогда не решается. Вопрос решается наедине с собой. Лучше, когда тебе плохо, вообще ни с кем не разговаривать. Самый лучший вариант, потому что это ни к чему хорошему не приводит обычно. Надо просто сесть, помолиться. И эта молитва приведет к счастью. А если вместе с мужем сесть помолиться или почитать о жизни святых, то это просто возродит семью. Вот простая практика, которая мало кому понятна. Берете в своей духовной традиции, вот там, где вы есть, никуда ничего не надо менять, никуда не надо перебегать. Просто вот в вашей традиции. В каждой традиции есть описание жизни, летописи святых людей. Просто садитесь вместе и читайте об этих летописях. Вечером перед сном. Через неделю у вас отношения намного лучше уже. Причина, потому что во время этого действия вы наполняетесь духовной энергией в сердце. И когда человек наполняется, ему легко уже давать то, что он должен давать. А это тоже наша природа, отдавать то, что надо. Вот, допустим, мужчина, когда наполняется духовной энергией, он становится нежным.
становится ласковым, добрым и так далее. Это все признаки того, что он наполнился, понимаете, изнутри, силой. Эта сила идет только свыше. Она, большинство людей ошибаются в своем понимании, как быть счастливыми. Часто они думают, что если мы поедем на курорт, мы там будем счастливыми. На курорте там человек получает что? Море, воздух, солнце, природу он там получает. Природа оживляет, жизнь становится легче, жить становится легче. Но глубины в отношениях не прибавляется. Мы можем понаслаждаться морем вместе, но потом это все надоедает уже через неделю, потому что глубины-то все равно нет. Природа не поможет глубокие отношения друг с другом строить, но здоровье даст, отдых даст, но глубже ничего не будет. Сексом там можно лучше заниматься, там много энергии, больше энергии, больше секса. Но отношения глубже не становятся от этого. Понимаете, для этого нужно поменять представление о жизни. Нужно понять, что если ты не ведешь внутреннюю жизнь, то тогда не будет результата. Если говорить о прощении, о чем мы начали говорить, то сердце прощает само, когда оно наполняется. Здесь на лекции нельзя общаться по телефону, нужно выйти из зала, потому что любой звук ваш мешает слушать лекцию, отвлекает, потому что информация должна проникнуть в сердце. Поэтому все должны отключить мобильные телефоны, это мое требование. Иначе вы будете мешать, создавать хаос здесь. Итак, двигаемся вперед. Надо понять, что прощение возникает естественно у человека, когда сердце наполнено энергией любви. Энергия любви принадлежит Богу. Между нами она распределяется, если мы с Ним строим отношения. Она приходит к нам свыше, энергии любви. Также иногда она приходит в результате хорошего периода. Когда планеты хорошо встают у человека в жизни, то тогда у него больше счастья в жизни, и он может больше его отдавать. Но это все равно ограниченная энергия. Все равно ты не можешь дать столько близкому человеку, сколько ему надо. Поэтому это не помогает. На это не надо рассчитывать. Как у тебя дела? У меня хорошо, значит хороший период. А у меня что-то тяжело, значит плохой период. Но если человек совершает молитву, то и плохой период, и хороший наполняется примерно одинаково. Ну, допустим, если в стакане нет воды или половина стакана воды, если у меня целая бутылка есть, то разницы нет, половина или нет воды. Я наполню полный стакан по-любому. Так? Высшие силы, Господь — это полная бутылка, понимаете? На всех хватит. Поэтому не надо беспокоиться о том, плохое настроение у меня или хорошее. То есть надо просто понять принцип, откуда берется счастье. Оно не берется от того, что мне дадут его. Или от того, что я сам дам, не наполнившись. Допустим, некоторые женщины, послушав лекции, начинают вести себя искусственно, с мужем хорошо. То есть они смиренно себя ведут, послушно. И ничего не меняется в жизни абсолютно. Они просто вымучивают себя, а потом психуют и говорят: «Блин, с тобой козлом невозможно строить счастливую семью». Причина, почему так происходит, потому что искусственно не поменяешь себя. Это происходит в результате наполненности. Чем больше человек молится, чем больше он занимается духовной практикой, тем больше у него возможности прощать. Вот, допустим, у меня был такой пример. Один мой знакомый, он в Москве был заместителем префекта по земельным вопросам района. Ну, представляете, да? Нормальная должность. У него был свой коттеджный поселок, строился. И была такая жизнь, как он считает, счастливая, считал. Но его компаньон, он его настолько сильно подставил, что он лишился всего в жизни. Ничего не осталось вообще, всего лишился. Жена не выдержала и бросила его в результате. Он остался один. И он заинтересовался духовным знанием, начал изучать это все. И в конце концов он научился молитве. Но прошло несколько лет, и он уже все принял, он стал счастливым человеком, но он не смог простить этого человека. Но один раз он попал ко мне в команду, в группу. У нас раз в неделю проводится такой ретрит, мы
проводим совместную молитву. И он попал на такое мероприятие, оно закрыто, это мероприятие, но я его пригласил как друга. И он во время этого ретрита вскликнул, простил. То есть, когда молитва совершалась очень сильно, совместно, мы 6 часов проводим это мероприятие, вдруг неожиданно посреди этого мероприятия у него настолько сильно наполнилось сердце духовной энергией, что у него растаяло вот это чувство неприятное к этому человеку. Он простил в результате. Понимаете, что такое прощение? И люди, наполненные духовно, легко прощают. Потому что прощение означает, что у меня уже нет боли в сердце по отношению к этому человеку. Я переварил эту тяжелую судьбу нашу совместно. Переварил означает, наполнился силой духовной. Видите, мы все лишены этой силы просто, и все. В этом проблема. И мы ее не там ищем. Вот человек как решает вопросы своего напряжения? Что он делает? Он смотрит телевизор. Что он делает? Он просто себя развлекает, то есть он пытается отвлечься от того, что не решено. Допустим, я поругался с женой, что сделать так, чтобы мне легче стало? Надо смотреть телевизор. Разные виды развлечения в зависимости от того, какая энергия преобладает в психике. Если, допустим, склонность к насилию, надо смотреть боевик. Хочется секса, значит, порнуху. Если тебе надо хитрить, то тогда криминальные какие-то там дефективы там всякие. Вот. Это все потому, что просто я смотрю, получаю то же самое, что у меня, и наполняю счастьем. Но это временная вещь, это просто от взаимоотношений ты получаешь то же самое, что у тебя, и временно успокаиваешься, но в сердце проблемы не решаются. Другой способ – компьютерные игры, просто ускориться, что-то поделать, отвлекся. Третий способ – пойти в парк, покататься на всяких, тоже отвлекся. Четвертый способ – не париться, просто выпить, и все. Отвлекся тоже. Просто мозги как бы затормозились, они пришли в состояние полного невежества, человек перестал соображать и отвлекся. А потом же все возвращается назад, тебе же придется опять вспомнить, что ты в обиде находишься. Не работает с тем. Только наполненность духовная освобождает человека от обиды, освобождает его от трудностей.